Сегодня в Казани завершается второй музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей», который отмечен особым чувством прославленного пианиста к ряду российских городов и персон, двигающих культуру в пространстве мегаполиса. Денис Мацуев в этот раз расширил рамки и выступил в роли первооткрывателя новых имен. Подробности в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Один из самых удачливых и легких на подъем и общение музыкантов наших дней может себя назвать завсегдатаем Казани. Город может составить свое представление о стремительном творческом движении Мацуева и переосмыслить однажды сыгранное им сочинение. Кстати, о легкости восприятия и доступности. Пианист часто практикует систему открытых репетиций перед концертом, куда приглашаются и начинающие музыканты, и представители различных социальных групп. Казань всегда славилась своей школой, и наличие консерватории, и спецшколы говорит о том, что здесь должны быть таланты. Они здесь всегда, и они будут здесь, и скрипка, и виолончели, и фортепиано, и голоса, и композиторы молодые. Это огромнейший музыкальный центр. Одна из культурных столиц нашей страны. В концертной программе этого года русская мировая классика, а вот с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского музыканты понимают друг друга с полуслова. Настроение того или иного вечера диктует, разумеется, и автор. Если на белой сирене это Рахманинов, то сегодня в Казани особый по поэтике и сложности технического изложения второй концерт Чайковского. Позавчера в Лондоне мы с Валерием Гергием открывали концерт с Лондонским симфоническим оркестром и исполняли именно второй концерт Чайковского. Мы его записали на пластинку вместе с первым. Она имеет огромный успех, и я очень хотел сыграть в Казани, но это очень, так сказать, масштабное, сложнейшее произведение, которое может осилить только оркестр высочайшего класса, который имеет, во-первых, таких солистов, которые могут взять на себя основной удар второй части, потому что это практически тройной концерт для фортепиано с оркестром. Фестиваль «Денис Мацуев у друзей» – это своего рода трибьют мастеров высокого класса и творческому наследию, и новым именам, которые посвятили себя прекрасному служению музыке. Историю делаем мы сами. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».